И новости из-за океана. В США полицейский спас мужчину, стащив его с железнодорожных путей за секунду до того, как мимо них промчался поезд. Подвиг отважного стража порядка запечатлела камера наружного наблюдения на вокзале. Все случилось в городе Секокус в штате Нью-Джерси. Виктору Ортизу, сотруднику транспортной полиции, сообщили о неадекватном пассажире на платформе. Когда офицер приблизился к мужчине, тот с криками «Я не пойду в тюрьму» спрыгнул на рельсы. Полицейский последовал за ним и, несмотря на активное сопротивление, спас мужчине жизнь.